Камбала. Царь Канкараны управлял 8 миллионами 400 тысячами городов. Сыновей у него было двое. Когда он умер, на его престол взошел старший сын. Молодой наследник правил прекрасно, и подданные его процветали. Многие даже жили в роскоши и ели с золотых тарелок. Принц очень скучал по матери и постоянно спрашивал, где она и что с ней. «Она оплакивает твоего отца», — слышал он неизменно. К тому времени, когда принц вновь увидел свою мать, прошел год. Он был поражен тем, что она плачет. «Почему ты плачешь сейчас?» — спросил он. «Я несчастна, потому что ты на этом троне и правишь царством», — сказала она. «Если я оставлю все это брату и уйду в монахи, будет ли это правильно?» «Да, это будет правильно», — ответила она. И он оставил царство брату, принял монашество и переселился в Вихару, где жил в кругу 300 монахов. И вновь мать пришла к нему, плача. «Почему ты плачешь?» — спросил он. «Я плачу, глядя на тебя. Ты принял монашество, но ты здесь как царь, затертый в толчее и давке. Но что мне делать? Живи один». Принц ушел из Вихары и стал жить отшельником, прося подаяния у прохожих на дороге. И снова мать пришла к нему в слезах. Приветствуя ее, сын спросил: «Что я должен делать теперь?» «Зачем тебе вещи монаха?» — спросила она. Принц выбросил рясу и чашу и стал вести жизнь йогина. Он отправился странствовать, и на дороге его мать, которая была дакиней, посвятила его в чакры самвару и объяснила ему дхарму. Принц спал по кладбищам, зарывшись в груды костей, и практиковал 12 лет. Он достиг ситхи Махамудры и отправился на небо. Его мать в сопровождении других дакинь пришла к нему и сказала: «Что толку бродить по небесам, если ты ничего не делаешь для благ живых существ? Если ты способен на это, работай для них». Мастер отправился на запад, в Малапуру, в Уддияне, город с 250 тысячами жителей. Там, в глухом углу Банавы, в месте, называемом Карбира, он жил в пещере, то, что открывается на пределе измерений. Местные ведьмы узнали об этом, и царица-ведьма Падмадеви со своей свитой пришла помешать ему практиковать. Мастер, надев черную шерстяную мантию, отправился в город просить милостыню. На дороге его встретила девочка-ведьма, говоря: «Мы приготовили обед для тебя, пожалуйста, зайди к нам». «Я не ем в жилищах», — ответил мастер, — «и иду просить дальше». Он ушел, доверив Падмадеви и прочим свою шерстяную одежду. Ведьмы схватили ее, говоря: «Теперь съедим это, чтобы уничтожить его силу». И они съели шерстяную мантию, а остатки ее сожгли. Когда мастер вернулся, он сказал: «Дайте-ка мне одежду, которую я вам доверил». Ведьмы отдали ему другую, похожую. «Нет, мне нужна моя», — сказал он. Они предложили ему денег, но он отказался. Мастер отправился к местному царю и сказал: «Если вы властвуете здесь, защитите меня от разбойников». «Каких разбойников?» «Ваши колдуны украли мою одежду». Царь собрал ведьм и потребовал вернуть йогину его мантию, но они клялись, что у них ее нет, и так ничего и не отдали. Мастер отправился практиковать в пещеру измерений. Он поднес торму дакиням, а когда ведьмы высушили источник в пещере, он попросил богиню земли пропустить воду, и вода вновь появилась. Затем мастер собрал всех ведьм на горе Меру и превратил их в овец, включая царицу. Царица потом умоляла его вернуть их к нормальной жизни, но безуспешно. Он остриг их, и когда восстановил их прежний женский облик, они все были стриженные. Примерно тогда же боги из сферы желаний столкнули на мастера камень, но он поднял указательный палец, и камень полетел обратно на небо и остался там. Царь же спросил ведьм: «Что с вами? Столько магов не могут с ним справиться? Тогда повинуйтесь ему».
и они не хотели слушать. Затем учитель усмирил ведьм, сказав им: «Ну что, мне отдать вас яме, царю Дхармы и смерти? Или вы последуете моему учению и сдержите свои обеты?» Боясь могущества мастера, местные ведьмы и маги приняли прибежище и не нарушали обетов. Каждый также вернул съеденный им кусочек мантии. Мастер собрал их вместе и увидел, что мантия стала только чуть-чуть короче, чем была. Надев ее, он ушел. Мастер был известен под именем Камбала или Лвапа. Несчетные годы он работал на благо живых существ и в своем теле ушел в ясный свет.